Привет, друзья, с вами Александр Петерев, а это новый выпуск передачи «Рок Ньюс». И досмотрите его до конца. Сегодня немного всего интересного. Все мы уже знаем о распаде группы Slayer, но у меня, как и у многих других фанатов, до сих пор остались вопросы. Давайте начнем по порядку. Недавно на сайте группы Slayer появилось видео, в котором говорилось, что дни коллектива закончатся после одного последнего мирового тура. Вот это видео, и оно меня просто шокировало. Как так?